Впервые в Ульяновске прошла Всероссийская творческая школа дирижеров народных оркестров. Она стала частью юбилейного международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена». Инициатором проведения выступил Ленинский мемориал. Конечно же, одной из тоже задач является это знакомство с новыми талантливыми дирижерами, с последующей целью привлечения их в наши программы, реализации совместных каких-то творческих проектов. Надо сказать, что вот те 10 дирижеров, которые к нам приехали, это не все желающие, которые хотели попасть к нам. У нас был такой несколько конкурсный, будем говорить, отбор по видеозаписям. Всего было 18 заявок. Как отметил один из педагогов школы, заведующий отделом музыкального искусства Государственного российского дома народного творчества имени Поленова Анатолий Цеп, ситуация в стране с дирижерами очень проблемная. И такая школа очень своевременная. Если до перестройки в советское время была система подготовки в среднеспециальных учебных заведениях, в консерваториях, были специализации дирижирования. Сейчас, к сожалению, это ушло. Да, есть где-то открытые классы дирижирования в высшем звене, но это единицы. К слову сказать, участниками творческой школы стали уже действующие дирижеры, которые работают со своими коллективами. В Ульяновск они приехали, чтобы повысить свой профессиональный уровень. В течение 4 дней участники школы оттачивали искусство дирижирования, работали с Ульяновским оркестром народных инструментов и солистами под руководством педагогов школы. А здесь как бы очное участие, это, конечно, очень ценно. Тем более с профессиональным оркестром это очень интересно. У нас в Саратове нету профессионального оркестра, у нас студенческий есть оркестр при консерватории. Лучший из участников творческой школы будет приглашен для подготовки и исполнения сольной программы с Ульяновским оркестром народных инструментов в следующем концертном сезоне. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.